Людина, яку добре ви знаєте, можливо, навіть вже не варто представляти, але все ж, тренер з публічних виступів Сергій Стужук. Доброго ранку вам, дякую, що ви з нами. Доброго ранку. Телеглядачі вже досить добре знають, якщо Сергій в нашій студії, це означає, що сьогодні будемо продовжувати розмову про те, як підготуватися до публічних виступів, як не боятися, скажімо так, тих дядьків і тіток, які сидять у залі і чекають від нас величезних промов. А сьогодні поговоримо про те, як відповідати на незручні запитання, каверзні запитання, можливо, навіть на ті, які відповіді не існує або ми не знаємо. З чого варто розпочинати? Добрый день, дорогие друзья. Я хотел бы сказать первый принцип, который вообще предшествует всему этому. Самое главное, что вы должны понять, когда вы на публичном выступлении переходите к стадии вопросов, вы должны понять, что вопросы – это не экзамен, это не испытание, и это даже не допрос. И поэтому вы не обязаны отвечать на все вопросы. Вы даже не обязаны знать всего на свете и даже по своей теме в том числе. Поэтому этот принцип вы должны использовать. Вопрос – это всего лишь повод продолжения беседы с аудиторией. Угу. То есть это просто, скажем так, надо воспринимать как живой интерес, не как попытку утопить. Конечно же, да. Второй принцип, который я хотел бы сказать, это очень важно тоже иметь, что зачастую 80% вопросов, которые вообще поступают кому-либо, в том числе и мне, это человек не хочет услышать от вас ответ. Он хочет показать себя. Ему не хватает внимания, он хочет показать свою смелость, юмор или что-то другое. Иногда это даже неумышленно. Ему кажется, что он задает вопрос, а реально он просто троллит. Ему не нужно. Как работать с такими людьми? Вот именно этого люди чаще всего боятся. Поэтому главный инструмент сразу же по этому вопросу. Оцените всю глубину вопроса, всю широту этого человека. Дайте ему внимание, дайте ему порцию того, чего он хочет, и он будет вашим союзником. Чтобы ему задавать дальше вам каверзные вопросы, мешать вам выступать, ему придется распрощаться с той большой, с той классной оценкой, которую вы ему дали. Поэтому не воюйте с аудиторией, дайте ему позитив, и вы увидите, как будет все лучше. То есть, скажем так, любой ответ стоит начинать с какой-то оценки, комплимента человеку, который задал этот вопрос. Ну, думаю, что либо оценка вопроса, либо оценка задающего вопрос. И не повторяйтесь. Хороший вопрос, если вы скажете в пятый раз, оно это будет некрасиво. Да, уже, есть стандарт. Много вариантов оценок, да. Вот если говорим о вариантах оценок, что можно, хотя бы несколько, набросайте вот варианты людям, которые сейчас думают, а что же за варианты? Ну, на скидку, хороший вопрос, острый вопрос, какой необычный вопрос, такого вопроса мне никто еще не задавал, ой, какой актуальный вопрос, здорово, отлично, ну и так далее и тому подобное. Но учитывая, что времени мало, я прихожу к самому арсеналу, как же отвечать на вопросы, когда вы не знаете ответа. И первый мой самый любимый. Я прибуду в аграрном университете, и этот как раз вариант очень хорошо поможет не только при публичных выступлениях, но и при сдаче экзамена. Круто. Но начну я с того, с маленького анекдота. Пусть он не самый свежий, но он хорошо иллюстрирует, как нужно себя вести. Студент, как всегда, не хотел готовиться к экзаменам. А у нас декабрь и скоро сессия. Он выучил только один вопрос. Блохи. И так получается, что он тянет билеты, в билете у него кошки. Он отвечает, кошки, ну это домашние животные, а у них шерсть, а в шерсти блохи, и давай про блох. Преподаватель говорит, не, тяни другой билет, тяни другой билет, собаки. Ну, собаки это домашние животные, а у них шерсть, и давай, классификация блох, виды и подвиды. Говорит, так, стоп, я тебе сам выберу билет, выбирает билет на. Ага, рыбы, ну рыбы это не домашние животные, они... У них чешуя. А не было бы чешуи, была бы шерсть. А в шерсти блохи. Вот как бы вот таким вот образом можно делать. Спасительная фраза для вас будет такая, запомните. Прежде чем ответить на ваш вопрос, нужно знать вот о чем. И рассказывайте все, что вы знаете вокруг этого вопроса, самого которого вы ответа не находите. Если вам спросили про Солнце, вы можете рассказать про другие планеты. И вам рассказали, спросили вопрос о химии. Самое главное найти правильную связь с этим объектом. Да? Иногда даже она, можно ее не показывать. Особенно если вы выступаете перед людьми. Это замыливается. Люди не видят, с чего начался вопрос. И самое главное, опять же, принцип. Люди не хотят зачастую слышать ваш ответ. Они хотят показать себя задающими вопрос. Задали вопрос, вы сказали, обрисовали и вперед. Какие еще варианты могут быть для того, чтобы красиво сохранить свое лицо, если вы не знаете ответа?
Первое, это вообще можно сказать, что вы не знаете ответа на самом деле. Вы говорите о том, что... Но это не будет провалом прям. Вот, кстати, хороший вопрос. Видите, как я уже показал этот момент. Дело в том, что просто сказать, что у меня нет ответа, или там без комментариев, это провал. Но это же можно сказать другими словами. Вы знаете, у меня сейчас нету полной информации, или я бы не хотел бы быть голословным. То есть, как бы вы говорите, у нас есть информация, чуть-чуть, вы не хотите просто об этом до конца говорить. Я не уполномочен рассказывать об этом. Как часто журналисты на пресс-конференциях слышат такие ответы? Как часто? Теперь понимаете, почему они это говорят. Что можно сказать еще? Этот вопрос не ко мне. То есть вы выступаете сейчас, вам поступил вопрос. У нас тема выступления животных, а вы задали про насекомых. Это не совсем будет интересно аудитории, поэтому перейдем к следующему вопросу. Следующий вопрос. Кроме того, допустим, можно убрать вопрос, что это для другого человека. Вот после меня будет выступать Иван Петрович, вот этот вопрос можете задать ему. То есть спихиваем на тех, кто будет после нас. Вы знаете, отличный вопрос. Дайте мне вашу визитку, и в 24 часа я вам прозвоню и отвечу на ваш вопрос. Это не ответ на вопрос, но позволяет сохранить лицо и перейти дальше к ответу на вопрос. Но, вы знаете, когда вы не знаете ответа, это не самое страшное. Самое страшное, когда вам задают вопрос каверзный. Это другой вид. У нас вообще 5 видов вопросов, с которыми мы работаем на нашем курсе. Мы на 2 часа посвящаем этому и очень хорошо разбираем и тренируемся. Это самые страшные вопросы. Бывает, что вам кидают такие моменты, как «Что за чушь вы несете?», «Где вы взяли этот бред?» и так далее и тому подобное. Как отвечать? То есть полная агрессия сразу. Это агрессия, это троллинг, это все что угодно. Но главная ошибка здесь – отвечать на вопрос, который не содержит вопроса. Если вы вяжетесь в эту битву и будете говорить, да какой бред, я ученый, я знаю, вы смотрите, у вас степени, вы проиграли. Не надо рассказывать, почему это не бред, почему это не чушь. Это как раз тот вопрос, на который не надо отвечать. Как не отвечать на вопрос? Вам задали вопрос, вы держите зрительный контакт, дослушайте до конца, пауза, следующий вопрос и все. Не надо отвечать на вопросы, которые не содержат вопросов. То есть ничего вообще не нужно говорить там? Не надо говорить. Аудитория поймет, особенно если это оскорбительные моменты, разные там непонятных сексуальных направленностях, а супер-пупер каких-то ваших неизменных еще вопросов. Не надо вешаться, будьте выше. Но не наказывайте человека. Если у вас ощущается желание ударить ему по лицу, либо ответить, что это сам такой, нет-нет-нет, всегда нужно удержаться. Тоже дайте визиточку и скажите, в течение 24 часов я вам подойди ко мне позже, и я тебе объясню. Отвечу на все ваши вопросы. Кстати, это тоже вариант ответа, когда вы не знаете вопроса. Если вас действительно этот вопрос интересует, он не подходит здесь. Подойдите позже, мы с вами поговорим на эту тему. Каверзные вопросы бывают другие, на которые надо отвечать. Как же на них отвечать? Самое главное, здесь никогда не говорите «нет». Слово «нет» мы убираем из арсенала. Почему? «Нет» – это слово вражды. Поэтому, если вы политик, если вы хороший бизнесмен, и вам задали вопрос такой, что-то либо, ваша фирма постоянно обманывает клиентов. Об этом говорят все средства массовой информации. Вот надо начинать с «да». Вот, во-первых, вы ломаете сценарий. Человек ожидает «нет». Это как удар двумя руками. Вначале левой вы повелись, и правой сильный удар. И вы говорите «нет, мы не обманываем», и он выкладывает на стол все, что у него было заготовлено. Ломайте сценарий. Говорите «да». И нужно вам с чем-то согласиться в этом вопросе. Ну, пример. Берем тот же бизнес. У вас поступил вопрос, что вы... Очень много информации о том, что вы обманываете клиента. Об этом говорят все средства массовой информации. Вы говорите, да. Да, согласен, что об этом говорят все средства массовой информации. Мы такое читали, да? Да. А дальше потом можете говорить о своем. То есть вы соглашаетесь не с тем, что вы обманываете, вы соглашаетесь с тем, что об этом говорят. С чем-то нужно согласиться. Можно не говорить слово «да», можно говорить слово «согласен», такая информация есть. А дальше можно вообще, есть алгоритм, 3 направления. Первое. Да, но давайте разберемся. Это особенно больше подходит для политиков. Когда вам задают любой вопрос, вы коррупционер, вы воруете деньги, вы весь в долгах. Можно сказать, да, но давайте разберемся, кто распускает эти слухи. Кто и почему они появились именно сейчас, почему их не было раньше.
И в-третьих, мы понимаем причину этих, этой неправдивой информации. И вы уже издеваетесь над этой информацией. Что можно сказать еще? Ну, давайте я пример приведу. Скажем, долги. Мне очень нравится этот пример. Вы баллотируетесь депутатом, говорят, у вас все есть в долгах. И ожидают, что вы говорите нет. У любого нормального человека есть кредитная история, есть кредитки, и бизнес для того и есть, чтобы иметь определенное кредитное обязательство. Вы говорите по-другому. Он ожидает, что у вас есть долги, куда вы идете? Да, у меня есть долги. У меня есть долги перед моим городом, перед моим отцом, которого, к сожалению, нету, и пожилые такие люди остались, перед тем роддомом, в котором я родился. Уже сгорел роддом, его нельзя восстановить. И есть много людей, которые пожилые, и я не могу отдать долг своему отцу. Но я могу отдать долг тем людям, которые того же возраста, как и они. Поэтому, если я не буду мэром, если я не буду депутатом, я не смогу отдать этот долг. Но если у меня будет этот инструмент, мы должны построить, и не один роддом, мы должны позаботиться о тех людях, которым сейчас тяжело. У меня есть долги, но я с ними расплачусь, когда я стану депутатом, мэром или кто угодно. Круто. То есть перевести, по сути, в другую плоскость это понятие, скажем так. Совершенно верно. Плюс такие, опять-таки, что мне понравилось, мы построим, не я. Обязательства на себя не берем. Мы построим, мы сделаем. А я расплачусь долгами. Можно сказать, опять же, да, и это хорошо. Все средства массовой информации говорят, что вы коррупционер. И это хорошо. Я согласен с вами, и хорошо, что средства массовой информации говорят обо мне. Потому что если я был бы плохим кандидатом на эту должность, они бы об этом не говорили. Именно такой инструмент используют мои оппоненты, потому что больше другого сказать им нечего. Поэтому они распускают эти слухи. Но, и знаете, можно сказать, что зачастую, знаете, как вариант еще в семье бывает, папа учит ребенка говорить, допустим, там, не кури. Папа, ну ты же сам куришь. Мама говорит ему, дочка, ну ты хорошо выбирай себе парня, с кем ты встречаешься. Говорит, мама, ну у тебя же пятый брак, как ты можешь мне советовать? И вот здесь вот такой используем этот инструмент именно поэтому. Вам говорят, так, вы говорите о коррупции, вы же судимые, вы же еще что-то такое. Именно поэтому я и говорю, я оступился, я знаю, к чему это проводит. Я яркий пример, почему это происходит. Вы опаздываете, вы учите подчиненных вовремя приходить. Вы говорите, именно поэтому я вас учу. Помните, я опоздал, и день пошел не так. Я не успел до вас донести эту информацию. Я прошел этот тернистый путь, да, хочу вас на путь правильный навести. Ключевой вопрос, именно поэтому... Как раз я вас этому и обучаю. Ну и самое главное, что бы я хотел сказать в завершение, что мы обучаем этому. 90% вопросов можно угадать заранее. Мы готовимся к вопросам. Вы заранее куда-то идете, попробуйте понять, какие вопросы вам могут задать. Когда я обучал полковников и генералов, когда они ехали и на совещание, там были жесткие вопросы, у нас была целая табличка. Мы знали, кто будет сидеть в зале, какие вопросы они обычно задают, какие они могут задать. Мы эти вопросы вписывали. Мы вписывали варианты ответов. И когда уже они есть, какой бы сложный этот вопрос ни был, если вы к нему готовы, вы уже ждете его. И вы даже расстраиваетесь, что вам этот каверзный вопрос не задали. Так хотелось, да, ответить, так хотелось блеснуть. Ну и плюс-таки тот же спич, который мы там готовим, им тоже можно подталкивать к вопросам. То есть не договорить в каком-то направлении какую-то информацию, явно же зададут вопрос. Конечно, это такой есть инструмент, можно его использовать, конечно. Если у вас есть больше что рассказать, можно его подкинуть, дать такую порцию внимания. Поэтому самое главное, друзья, готовьтесь, самое главное, не бойтесь и воспринимайте вопросы как возможность реализовать себя еще круче перед аудиторией и показать, какой же вы крутой. Вам спасибо большое за то, что сегодня пришли к нам в студию.